өзіңе шендім. Артыңнан ердім, нағыз махаббат не осы шығар дедім. Алданды сезім. Твои движения раскованы, словно грозовым молотом. Пробиваешь защиту, не могу устоять. Ни минуты не выдержу, зацепились орбитами. Очень много народу, очень люстра красивая. Я так получилось, что у нас портрет Абая. Школьники тут пришли еще. Очень много народу. Она наполняет нас незримой энергией и силой своего неземного вдохновения. Құрметті алматылықтар және қала қонақтары. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на вечере памяти, посвященном 70-летию со дня рождения выдающегося казахстанского балетмейстера, педагога и режиссера, заслуженного деятеля искусств Казахстана, профессора Ментая Жаделевича Тлеубаева. Үлкен құрметке ие болған, өз ісінің шебері, суретші шығармашы, еліміздің патриоты, өз өмірін өнерге бағыштаған ірі тұлғаға арналады. Алматы всегда был центром культуры, объединявшим творческих людей. И так происходит этим вечером. Сегодня, в этом храме искусств, где собрались близкие, соратники и друзья Ментая Жанелича, у нас вновь есть возможность соприкоснуться с творчеством мастера.